И когда ребенок рождается в Индии, первое, чем интересуются его родители, получит ли он в этой жизни атмасакшаткар, то есть связь с этой энергией, которая все создала. Итак, мы начинаем концерт. Просим на сцену Бхаскар Субраманиана. На табле в этом концерте партию будет исполнять Денис Стоилов. Raag, Bageshree. Вашему вниманию будет предложено Раагом Bageshree. This one bandish in King Kal. В этой Раге Bandish, то есть короткая песенка, которая исполняется в Раге, будет положена на 16-битный ритмический цикл, который называется King Kal. Ah.
Good.